Начинаем студию после матча между «Алгоритмом» и «Старой школой». 5-3. Победа «Алгоритма». Максим Петренко, Ярослав Фагишев. Максим, поздравляю с победой. Сегодня, в общем-то, все сборники подъехали. Да, что Олег Шатов, что там Игорь Смольников. Сегодня боевой состав такой получился. Но вот Олег Самсонов сегодня классный первый тайм провел. Гол плюс голевая, но на второй не вышел. Сила закончилась. Все это было по плану? Спасибо сопернику за игру, прежде всего. Нет, к сожалению, как я понял, Олег получил травму, поэтому во втором тайме не смог выйти. А тогда у нас первый тайм был хороший, там, за исключением пары обрезов в обороне. В атаке сегодня у нас много чего получалось. Красивые голы забивали, но в обороне все-таки надо построже играть. Несколько обрезов у нас все-таки было. Так, игра хорошая, боевая получилась. Набрали свои 3 очка, здорово. Вот такое ощущение, сегодня действительно весь матч играли в догонялки, забивали вы, соперник догонял, снова забивали, соперник снова догонял. И вот создавалось впечатление, что действительно какая-то расслабленность после забитых голов у «Алгоритма» наступала. Это обманчивое впечатление? Да, я не знаю, тут уже как кто думает. Но, в принципе, мы старались играть в комбинационный футбол, я думаю, тут без ошибок никак не получится сыграть. Поэтому вот так вот и соперник нас догонял, получая всегда. Но в конце сделали рывок, оторвались на 2 гола, забили нужный 5-й гол, смотрели пару раз ВАР наши ворота, но я считаю, там не было в обоих моментах пенальти. Поэтому здорово, что все-таки выиграли, могли еще больше забивать. Но главное, 3 очка в копилке. Ярослав, но сегодня во время прошлого матча против «Мансада», да, Илья Степин после матча говорил, что вот все плохо и что там кто-то не выкладывается, не отдается полностью. Сегодня есть какие-то вопросы именно к самоотдаче и вообще какие впечатления остались от игры команды? Да и в целом скажу на самом деле спасибо сопернику за игру. Играли, в принципе, очень достойно. Есть, да, вопросы небольшие по защите. Но, опять же, как видите, у нас Раф Шнайдер, да, Егор, главный центральный защитник, отсутствует. Тяжеловато ребятам без него, как бы, нет этого именно хладнокровия, да, то есть начинается какая-то паника небольшая сзади. В принципе, по игре, ну, как говорится, свои моменты не забиваешь, забивает соперник. Поэтому соперник просто воспользовался, все свои моменты забил, мы свои моменты не забили, не реализовали. Ну, такой небольшой провал в защите, скажу, да, есть. Так, в принципе, по игре все нормально, катали, догоняли, да, всю игру догоняли, догоняли, но вот, как бы, да, концовочка подвела. Ну, зато сегодня, да, в 2 таких красивых голешника забили Михайлов и Захарченко, там самые красивые шедевры в их карьере, наверное. Ну, наверное, да, я думаю, в гол тура попадут какой-то из них. Ну, в целом, просто все равно после такого, да, разгромного поражения с «Мансадом» надо было уже игру показать, потому что, ну, невозможно, да, выходя с поля 7-1, это, в принципе, неприемлемо для нашей команды. Поэтому ничего, дальше больше будем набирать очки свои. Сейчас выйдут ребята, поправятся, я надеюсь, в ближайшее воскресенье уже и Раф Шнайдер будет, и Андрей Путилов должен появиться потихонечку. Проблемка пока с защиткой у нас есть. Вот действительно, сегодня было несколько таких дальних ударов, особенно во втором тайме. Сделали какие-то изменения в перерыве? Сказали ребятам чаще по воротам бить, может быть? Ну нет, заметили просто концовочка немножко, что «Алгоритм» подсел, не знаю по какой причине. Видно, что тоже может быть, ну физически, да, тоже жарко еще, сил у них не хватало. Вот как раз за счет своей молодежи думали понапрягать их, да, а с дистанции немножко не услышали. Ребята все-таки пытались до верного дойти. Ну и не могу про Игоря Смольникова не спросить. Лучше сегодня был, да, на поле? И вообще стремится, мне кажется, к званию лучшего игрока там всего сезона, чуть ли не так. Все возможно. Посмотрим в конце сезона, как оно сложится. Игорь помогает нашей команде. Поэтому, ну, я думаю, он будет претендовать на титул лучшего игрока Суперлиги. Ну, а есть у «Алгоритма» вообще какие-то установки играть целенаправленно на Игоря, через него атаки конструировать? Целенаправленно, я думаю, у нас такого нет. У нас все-таки комбинационный футбол. В каких-то играх мы можем убежать в контратаку. В общем, играем когда как. Главное – 3 очка. Супер, спасибо. Максим Петренко, Ярослав Агишев. Спасибо. Спасибо.